И уводи сюда ее, Паш. Там вон сзади, смотри, мобы еще на лестнице не сагрит. Сколько пока у тебя осколков, кстати, упало? Два? Да. Рольте ленточку. Веди, Паша, также вторую собаку сюда. Роги, после того, как добьем, идите разминировать ловушки. Давай, Фокси, влево, а мистер Бонд вправо. После того, как убьем собаку. Сейчас собаку поставят, нажмем Геру. Все, бейте собаку, дайте Геру. Паша, как только начнет кастовать истребление, нажмешь Icebound и на Йоми нажмешь гимн на ХП. Бесов сагрили. Блять, ну убейте мобов вначале, мобы приоритетом. Паша, нажми Icebound, нажми на Йоми гимн. Дальше, Женя, с тебя массакра будет и свой, да, гимн. Жми, Женя, жми. Идите ловушки разминируйте. Справа убрал. Good help себе оставляй ленточку. Да, ты с роли узнаешь оставлять. Так я как бы и оставил. Ну там сказали ролить. Рол кидали люди. Да? Я имел в виду рольте. Ну, кубики ты имел в виду нажать. Да. Ну интересно же было пароль. Паролили. Там трэш сзади кто-то с ролью, походу, с этот сагрил. С тролли. Бежали. С ролью брали. С роллина. Кто с ролью собака? Да, соскучился, я по холи палу, ей-богу, соскучился. Приятнее, чем Эллен? Ну, как тебе сказать? Сейчас БТ-4 было, наверное, вообще шикарно. Тебе надо уйти, что замену. Джанг, давай в рейд. Полинор в Лема. Ой, в Шам. Оффейт персонажа. Быстрее шкаф на Джанг. Быстро. Ставлю рыбу. Фул ребаф. Джанг, сум. Шкаф поставьте F5. Или М-бой. Бля, Петя, короче, заебался писать. Там смысл блять ротацию так. И бить все по ротации. Да чё, тихо! Кастой кинуть. Короче, все бьем босса, когда сказал, подбежали все под жопу, на кого вешаются спорки, забегайте прямо внутрь босса. Когда сказал, дали массивы, мастера урна 8, райсбаунд, потом все разбежались. Держите раньше. Готовность. Джанг, F5. Вначале рейндж держите. Как только кинутся споры, забежали все под жопу.
Пристабав, дайте. Быстрее, быстрее, быстрее. Готов? Ну, готов, Джанг, да нет, быстрее, ну ёбана. Ну так напиши, ну спрашивай уже тельтя, готов или нет. Припоты на первой секунде. Рунмейт Паша забирает. Андрей заберет, когда надо. Не знаю. На пол в рунмейда. Скоро спорки кинутся, приготовьтесь сбегаться. Сбежались. Всех должно быть по 3 стака. Отдали мы сейвы. Рунмейт и Good Help прохил. Все, разбежались. Марсеза прохильте. Рейндж держите. РДДшники выбежали все быстрее. Мало РДДшников. Ой, закинь ПС-ку. Уже было. Не закидывай так, потому что у меня своя есть ПС-ка. Ну я после твоей прожимки, да? А, ну красавчик-то. Кусяо, Эймер по скибиди, Андрей по гудхелпу. У кого не 3 стака, тот умрет. Снять, буду снять его ничего. Делать на кросс. Маша, можешь по себе имя раскинуть. Все, больше ничего сносить не надо, просто добивайте босса. Сука, завис. Чего? Босса не лутайте, если скажешь, если отыщешь. Если есть, вот ПС-ка можешь закинуть. Блин. Саня, сколько нету сам? Там. Хорошо. Хорошо. Дядики, что, где ДПС, блядь? Ди нахер! Я, блядь, 20 секунд. Так, все сразу давай. Кровь. Кровь порольте. Кого нету? Да, можно ролить. Кого нету крови, рольте. Именно кому нужно оружие. Кто там выиграл, меня не показывает. Кто больше кинул, ребят? Скажите. Женек, по-моему, только один ролил 64 и все. Ну так вакансия роль. Я же сказал, все можно. У кого нет грани, можете поролить. Кому именно
Так, Женек, ты же Фрост ДК. Да я, если никому не надо, конечно, ну, не надо, я заберу. Ну, тогда локации. Шкаф ставь сразу. Да, Джан, давай вместо стрели Полинор обратно в этого. В... Ну ты понял, короче, в лема. Фласки можете обмен сразу же перекинуть. Кому нужны. Одну секунду. Поставь. На фолах есть, да, или нету? О, еще одна боешка выпала, заебись. Джанг, тебе уже поставили портал? Или нет? На тебе портал. Смоньте стрелю. Я отдал. И можно пока разъебашить, пока они... И за фласками кидайте обмен на СПДшное у Войда, ДДшное у, по-моему, у Хая и еще у кого-то, в Дике, что ли? У кого-то еще ДДшные были, не помню. Короче, штаны роль ипашим. Ставлю рыбу. Фокси 10 раз, 10, 2, так, 10, 3. 10, 3. Кинешь обмен. И пояс. Ешьте пока рыбу. Запашим свой шаг. XL он 10 раз, 10, 2, 10, 3. Кинешь обмен тоже. Готовность на пол. Хай, X7. Короче, я не хочу спорить. Последний раз предложу Сашу. Давай идем нон-стоп просто. Не репешим, ничего, блядь. Если люди меняются, пускай меняются на трэш, то все. Ну так все равно не, ну, готовы, блядь, были, Андрей. 10 минут опять. Ну так что мне сделать? Не готов был человек. Ну блин, я вот потратил время на это. Паша, танчи босс. Трелли минус дашь. Забирай, Паша. Сейчас стреля закулил, 100%. Геру дайте. Тотем очищения не ставьте. Паша, и не перетаунчивай мобов. О. Уфолога. Так, Куся, Уинер по скибиди, Маша по себе. Андрей, как сможешь, потом по гудхелку залежь. Вот, если есть ПС-очку, можешь закинуть. Уже была. Была, не заметил. Не забирай, Паша, на себя моба. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Ты его затаунчил. А, я понял. Бекашники, значит.
Если есть, можешь тоже закинуть. Нет, нет. Если будет 5 стаков, нужно будет к воротам всем убегать от взрыва. Дал поиск. Спасибо. Выпал осколок? Да, да, упал. На, скинь, что ли. Вот. Все полетели на профа все сразу же. Бетик, я тебя кикну. Плач хороший упал. Потому что у тебя уже, ты уже записан, скажем так. Потом начислим все. Ладно, после профара разъебаешь на тьму здесь. Есть ДПС с этого босса, а то у меня еще и этот забагался. 19600 у тебя, третье место. Первый АПК, второй ФТК. Угу. Ну видишь, меня припод сильно бустит, и вначале бустану из-за того, что запулили херов. Ладно. Да, я опять с триней, блядь, с курицей бил. Сейчас проф интересный босс будет там. Да, полетит кого-либо. Так, сразу пишите из новых, кто здесь есть, кто не знает тактику на профа. Так, пока метки расставляю, в принципе, Excel, давай, пока офф не персонажа, тебе все равно эти шмотки не нужны. А джанк на замену. Офф не персонажа, я пока метки расставлю. Чтоб фаска не тикала, джанк больше задамажит. А, или у тебя проходки. Стой, оставайся, у тебя может проходки нет. Нет. Ну ладно, оставайся. Так, сейчас метки расставлю. На зломан. РДшники будут бегать сюда за мной в одной точке. На босса красноязычие не вешайте. На себя квадратик поставил. Начинаем с квадратика. Слушай, ну в защиту босс... ханта... Извини, это... В защиту ханта могу сказать. Он как бы на РНЖ стоит. Вот, ну не знаю. Если типа отталкиваться от того, что он прям обязан отпрыгнуть от рвоты, конус у нее 120 градусов очень большой, вот, то тогда ладно, минус. А так его хилы проебали. Ханты стоят сбоку. Блять, то бишь, когда босс крутится там... Ну ладно, может, ладно, идти. Ладно. Так, ставьте шкаф с Монтия Полинора. Короче, первая фаза босса. Бьем просто босса. Потом так. Так, так. Давай, наверное, Паша, ты танчил босса? Знаешь, как танчить? Начнем с этого. Значит, забираешь ты. Танчишь босса, Андрей, садишься в кухню. Бьем босса. Потом его переводят в трусы. Там будет появляться зеленый
Слизнюк, как бить Звездного Слизнюка Милика? Милики, вы бьете Зеленого Слизнюка всегда в лицо? Всегда в лицо. И вот если РДшники стоят в печеньке, вы должны бить по направлению к печеньке. Если стоят в Луне, стоите по направлению к Луне. Если стоят в квадратике, стоите по направлению к квадратику. И бежите, вот так лицо бьете. Если не получается бить, лучше просто пробегите. Но в момент врезания, когда он будет подбегать к РДшникам, вы должны стать лицом. Также вы всегда стоите одной кучкой, чтобы, если у вас врезается, вас откинуло на РДшника. Вот, я вам сейчас поставлю еще ромбик на другого персонажа. Вы в ромбике все милишники бьете. РДшники бегают за квадратом. Когда появляется красный сидюк, РДшники сразу в него свечаются. Милики свечаются по команде. Красный выбирает какую-то одну цель, выбрал эту цель, эта цель должна убегать от него, ни в коем случае не останавливаться. Как вы бежите? Бежите около профа, вокруг профа. Смотрите, чтобы у вас красный не задел. Но не забегайте вот сюда. Здесь будут разлиты колбы. То есть вот, бегите так и пробегаете. И все, весь остальной бой бегаете за квадратиком. И все. Также после того, как зеленый в кого-то врезался, сразу на него милики не бежите. Ждете, пока он выбрал цель. То же самое милики на красного. Не бежите, ждете, пока выбрал цель. Готовность на пул. Я прослушал, а кто на профе? Танчик. Профе рунмейт. Так, СС, эмобой по Вакате закинешь, F5 по Барменталю закинешь. Это после того, как мы перевезем на третью фазу. Сразу не закидывайте, не тратьте СС. Все. Припоты на первой секунде, все в квадрат сразу стали РДшники. Скоро будет колба, приготовьтесь сразу в луну перебегать. Колба полетела, в луну перебежали. Сейчас появится зеленый, сразу свечите все в зеленого. Свичнули все в зеленого. Милики одной пачкой стоит. Сбежались к черепу. Сейчас сбегайте к квадратику. Квадратику не плюнули. Женек минус. Отбежали от Женька. Сацуны БР Маша одна. Это ой, да. Минус Женьку, да, минус. Там Саня нереально было добежать, вообще никак. Ну да, я только на спринтах. Да, я поебал. Я проебался, блядь. Короче, тогда у Фологу минус 500, Женьку минус 250 за то, что он стоял не там и улетел в бок. Он не в ту сторону должен был. Он не мог. Там невозможно было подстроиться. Да, тоже мне минус. Я не... Милики все в разные стороны разлетелись из-за того, что Слизнюку полетел очень быстро. Ну так почему, в чем сложность, когда появляется зеленый, сразу же просто стать ровным? Он в РДД побежал. Он побежал в РДД, но в спринтах. Мы пока его обгоняли вперед, он, блядь, мы сзади стояли. Мы все милики разлетелись в разные стороны. Давайте накопим. Я в профа плюнул. Все, короче, мой проеб чисто мой. Все, не надо там что придумывать. Ну да, я там на сапогах кое-как успел только. А у кого инжи нет, они вообще не успеют. Ладно, оставляйте Женьку тогда. Хреново будет, Саня, хреново. Никто тебя не давит, а смысл разобрались в ситуации. Тут я улетел в ебеня к выходу. И все остальные вместе со мной. Есть там кто вставший? Некоторые медики-то успели, ну ладно. Ну, у кого спринты есть, конечно, или кто заранее побежал. А я встал в позицию, чтобы если в милли-зону полетит, то отлететь в РДД-зону. А он сквозь меня полетел и взорвался, и я улетел в другую сторону. Все. Тут просто, ну, из-за того, чтобы не было замедленного слизнюка, тут даже среагировать милли-зону не могла. Даже дамажи этого слизнюка резко перебежать в РДД-зону, они бы не улетели. Вы улетели в другую сторону все равно. Не успели бы перебежать. Уже просто выдохните. Я попался, я виноват. Все, из-за меня вайпнули, все, не ссорьтесь нахуй.
станет лучшим. А почему ты не... А, ты в профаблину, да? Я в профаблину. Так. Кстати, сразу мне вставайте, он... Меня выкинуло с игры, я сейчас в игру зашел, а у меня таланты скинуло. Это вообще номер. Первый раз вообще такое вижу. Все, вставайте быстрее, побежали. И сумон, кто там известный. Ставьте шкаф, смойте. Ну, ставьте шкаф. Бетхел поменяй и Войда засунуть. Ну, только я один сомневался, блядь, больше никто. Ну, потому что, блядь, стоят, что все кто-то что-то ждет, блин. Скибиди, где лежит Жека? Жень. Я здесь, мне нет реса, я лежу. Так, Сань, зайди, присумывай. А что, присанули? Он сходил уже на кухню, взял бутерброд, сидит чапкой, и реса, говорит, нет у него. Конфетку обсасывает, Решку. Дайте фури баф. Готовно, значит, на пол. Сейчас, кстати, по ДПС вообще нормально. Еще не все самые дамажащие в рейде. Скажи, когда ты будешь пулить, я заранее нажму, чтобы меня не забалось в сторону. Ну, на... он будет на свой пол пулить, а ты можешь заранее чуть нажать. На первый, там, на второй секунд. 5 секунд. Ну, на третьей секунде уже. Ну, вот на пятой же, можешь на пятой. Вот на пятой же. На первой секунде. На штановую, блядь. У меня опять интерфейс забавился, просил же, блядь, дай, ты же заранее. Чё, диспелить? Ну так 5 секунд, что, мало, что ли? И что? Ну я ж, ну, мало. И я буду пить все делать, просто говорю, что, ладно, мои свои фишечки. По зеленому сыграли. Милики к РДДшникам подбежали. Скоро будут лужи лететь. Приготовьтесь. Сразу к квадратику сбегайтесь. Все к квадратику. Подбежали к черепу сейчас. И вернулись в квадратик. Перевели профана в вторую фазу. Появился красный. Сразу свечимся в красного. Паша, уводи его туда, в сторону зеленого. Вот. РДшники сразу по красному, милики пока не идите. Как только выберется цель, тогда идете бить красного. Стоим все РДшники в квадрате. Стреля побежал. Перебежали все в луну, быстрее. Маша, Шкибиди есть встать? Отбежали милики от него, милики отбежали. Вакачи побежал. РДшники в уну. Стреля есть, кстати? Если есть, знаете, вставай. Все в уну. Идите, босс. Отбежали в квадратик. Блять. Блево. Перебежали обратно в уну. Бьем по профу. Если есть, поиску закинь. Так, Иннер постреляя Кусяо, наеми гимна ману.
Маша, дашь БР по Бурминдалю? Андрей, дашь? Андрей, нет. И Шаву потом дашь по X7. Отбежали к черепу. Назад. Бля, там мой пельмень. Не, там все прилетит нас. Хуёво. Стояли. Ладно. Ух, сейчас как милизону солью. Диспельс, по-моему. Сейчас опять та же хуйня началась. Саша. Что? Не бегайте паком. Да надо паком бегать. Ну, типа, оставь РД зону, типа, вот когда зеленый выходит, все стоят, блядь, вот просто полукругом большим. Одну цель выбирают, когда к нему подходит, там условно 5 миликов, и там 3 РДДшника к нему сбежались. Не надо все. Хилы пускай вообще не сбегаются, только в последнюю очередь, если там видишь, что вообще никого нету. Короче, типа до зеленого, смотри, до зеленого ты води как тебе удобно. Зеленый появляется, все рассосались большим полукругом. Все. Одного выбрало, в него сбежались, типа, в самом конце. Только Саш, не гори. Я не горю. Я тебе просто даже не буду объяснять, не говорю. Что уже в прошлый раз говорил. Я понимаю, ты можешь не объяснять, я понимаю, что ты хочешь, чего добиться. Я хочу тебя, ну, вот, ладно. Сейчас сделаем еще раз, по-моему, не получится. Да, дашь мне минус и будем делать план. Ну как на прошлом? Типа, не имею, ты делаешь хорошо. Я типа тебя типа не осуждаю. Я говорю, что в этот момент, когда зеленый. У нас получается хуйня, вот и все. Просто касаемо зеленого. Все остальное время все четко. Ну. Смотри, если все нормально сделать, по таймингам как раз вылетают пельмени, потом выбирается человек. И людям есть пару, буквально секунды-полторы, чтобы выбежать. И этого времени обычно хватает. Если все нормально сделать. Не вешать красноязычие на зеленого и так далее. Ладно. Армейд, слышишь меня, дружище? Вторая фаза. Танчишь у стены, появляются колбы, нахуй. Тогда уводишь. Потом каждый таймер 10 секунд начинается, ты идешь к стенке. Бежишь прям к стенке. Андрей, я понял тебя, но типа, у меня ДБ мне показал первые колбы. Вот он и не я покажет. Первые колбы, смотри. Да-да-да, я первые понял. Первые колбы, смотри, короче. Окей, все. Первый полный. Я бы мелизону прям как натянул. Конкретно трех человек. Любителей на батуте попрыгать. Не, короче, это. Я вот сейчас не хочу, но я потом, когда мы закончим, просмотрю все трое про факт, то, что умер, все минус унуло. Не, они там не умерли, но они хорошо на колбах полетели. Ну, они колбы взорвали, там 4 человека. Стреляй в колбу, побежал. Если танк затупил с колбами, то бишь, это не означает, что вы должны забежать, блядь, и взорваться, нахуй. Пять человек лутануло. Дайте фу, ребаф. Я закину НК-шку сейчас, рыбы. Да я, короче, нажму стол, а ты дашь пул. Ага, да, давай. Да. Можно? Да. Полинор. Давай пул. Спасибо. Маша, Полинор. Может, в колбу забежал с трейлера? Не-не-не. Новости народ! Я усовершенствовал штамп шмы, который уничтожит
скоро будет лужа лететь. Сразу выбегаете, РДшники, не стойте. Выбежали. Милики, тоже через лужу не бегите. Свечнули зеленого. Подбежали чуть ближе к Скибиди. Потом к Ромбику сбегаемся. Все к Ромбику. Лужа летит. Блять, массейф отдай. Да, хуй его знает. Видишь, тайминги какие-то непонятные. В прошлый раз все как раз вышло. В этот раз. Я скажу, в чем проблема, Саш. Я тебе прошлый раз озвучил. Проблема в том, что практически за первый каст шотали 3 дня. Мы падаем? А тут уже второй начинается. Нет, не в этом дело. Второй раз он плюнул. А чё он не плюет? Да падать. 3 человека умерло, в тот раз 5 человек умерло, мы бэрили. Ну что смысл, сейчас начнем заново. Ну, я метки близко поставил еще. Сейчас немножко это не знаю. Из-за этого еще. Нет, он просто как Синдра на этом сервере кидает по своим таймингам какой-то пиздец. То же самое Синдра иногда на второй глыбе притяжку дает, иногда на третий. В этом проблема основная. Есть у какого-нибудь шамана встать? Полинор? Илья? Да, есть у меня. Вставай, не вставайте, и давай ему срез. Вставай. Короче, сейчас, если такой хуйни нет, после того, как зеленый откинул, сразу не сбегайтесь. Я это скажу, если сразу сбегаться, если он уже лужу выкинет. Если не выкинет, то не сбегайтесь сразу. Потому что по таймингам хуйта какая-то. Главное, улетите к столу. Да, главное, улетите туда и стойте на своих местах. Когда выбралась цель, тогда сбегайте в череп. После того, как лужу кинет. Если уже кинул до этого, как и должно быть. Сейчас метки немножко переставлю. Немножко первого поставил. Метки стоят у меня, потому что убрались. Показывает, что стоят. Хорошо, луна, квадрат, квест, трассистый. Нет. И стоит. О, да, стоит. Все нормально. Поставь кусяло сум и будет хелпас наемник. Давай сейчас дадим F5. Майами. Все.
готовность. Идите все в луну вначале. Куча не хватает. Ну. Рыбу. Ну, пока запускают. Тут бери этот. Рыба стоит, вон две штуки. Это давай, Андрей, садись лобам. Запускай эту. Угу. Скоро уже полетит, приготовьтесь. Сразу перебегать в печеньку. Перебежали. Стрелер, как ты сдох, блядь. Минус не наш. Маша, дай БР. И ему Инер сразу скиньте с кусяло. Ребафните стрелер. По зеленому играйте. Так, после влезания не сбегайтесь. Сейчас уже полетит. Наберите раньше немножко. Перебежали к черепу. Дальше в луну. Переводим профа. РДшники по красному сразу, милики, как только выберется цель. Паша, иди сразу к стенке. Туда. Станьте в луну кучнее, РДшники. Женек побежал. Перебежали в квадратик, РДшники. Быстрее, быстрее, сейчас умрете, блядь. Стрелли, кусяло, поздно. Вернулись в луну. Стрелли, два минуса дальше. Играйте по профу. Кусяло, дай ему и БР. На Йоми после колб закастуешь гимн. Сейчас вначале вылетят колбы, потом гимн. Перебежали. Печеньку. Одна летит в печеньку, одна в квадрат. Немножко левее. Отбегите с печеньки из квадрата. Сейчас выпьют лужу, вернемся в луну. Сейчас допьют лужу. Вернулись в луну. Все РДшники. Скоро полетит пельмень, готовьтесь сразу убегать. Нормально, он врежется вначале, а потом пельмень. Нажми айсбаунд, Паша. Хорошо. Все. Сейчас сбежались к ромбику, к ромбику, к ромбику. К черепу все. Вернулись в квадратик. Ближе к луне. К луне, к луне. Ага, играем по профу. Все в луну стали. В луну, в луну. Сейчас будет пельмень. Перебежали в печеньку. Беги, малышка, беги. Вернулись в луну. Так, да, в луну. Играем по красному. Милики, помогайте по красному играть. Войда прохил. Не стойте между печенькой и луной. Встаньте все в луну. Играем по профу. Перебежали в квадрат. Вернулись в луну. Скоро будет лужа. Блять, хуёво. Опять. Масс-окружение нажми. Отдал. Хорошо. Сейчас в ромбик можете сближаться. Сейчас будет лететь пельмени. Надо добить, успеть. Все, отбегите с этой зоны. Сейчас туда пельмени летят. Там, где мы стояли. Хорошо. В луну перебежали. Перебежали печенька. По красному играем. Летят пельмени в печеньку, отбежали от печеньки. От печеньки убегите, пельмени летят.
Маша и Инер постреля. Вот если есть поездку отдашь. Уже была. Мелики, отбегите от красного. F5 побежал. Свою. Я знаю, в тебя и не плюнули, не было плевка. Потому что за два тика убивает красного. Если я плюнул. Он был замедленный, да? Просто повели его к столам, пока мелики добежали, пока начали бить. Там еще лужами было. Вот именно. Я говорю, типа, очень долго свечивается для слизней, очень долго. Что-то придумывают. Ну, линкани, типа, урон по слизням, посмотрим, может кто-то не бьет, хуй забивает. Или так. Линканите, у кого скада есть? Не, сейчас был слизнюк прям вообще возле стола. А мы великами оббегали тут. Вот Фокси в зеленого 58 тысяч. Маловато, не? Последний вопрос. Кто зеленый? Линканите дамаг, чтобы, блядь, не искать. Ладно, Джан, заходи место ханта пока что. Фокси бы поменяли, но мало вообще дают. Вместо Роги. Ханс. Сколько он дает там? Ну, я не знаю, или он сдох, но вот смотри, у него в зеленого 58 тысяч написано. Сколько у нас зеленых было? 2? 350. Да. Вот. 58 тысяч. Это получается, он хуй забивал. Фокси, что-то напиши. То в топе у них там по 500 тысяч. Ну вот у Фадикея в красного 127. В красный один был, да? Или два? Один? Два. 127. Но второго они отбегали. Так что... Ну у Апокала в красного 330, нахуй. Так что Фадикей, блядь, проебываешься. Ну, когда подводят, я свечусь. Поэтому ноль доебов. Вот именно, что сейчас не подводили и надамажили в красного. Те мелики, которые побежали, когда увидели, что они возле стола. Приоритет, блядь, даже если за 20 метров слизень, бить слизня, нахуй. То, что вы там профа бьете, это никому не помогает. Мы вайпаемся из-за того, что слизни долго умирают, нахуй. Апокал красавчик побежал бить зеленого, нахуй. Красного. Вот Фадикей так же делай. Вы будете все свечиться, блядь, думать о рейде, и тогда мы убьем сразу. Сейчас кто будет, не будет бить слизня, будет получать минус. Два раза минус стреля, дайте. Два раза зоны. Минус 500. Ну, у меня вопрос, ТПМ просто, где минуса? Смотрите, типа, честно, типа, тут надо просто сейчас ебашить каждому второму, блядь, минус. Типа, либо ебашить, два раза минус. Он два раза умер от лужи, не перебежал просто. Стоял в луже. Я не знаю, я бы ханта оставил, он чуть больше дает. Вот урога совсем мало, прям совсем. 6 тысяч, ты посмотри. И давай. В профу. Давай. Рога, пока офни персонажа, джанк вместе на этого босса. Короче, я хочу еще такой тебе маленький посоветовать, типа, зля со стороны. Вот тут я случилась такая ситуация, типа, короче, когда вот ты сказал сбежаться, типа, вот идет, летит туда две лужи и два пельменя. Пускай там человек, который стоит один, пускай он нахуй умирает. Не надо весь рейд вести. Ну, это такой маленький совет. Сейчас я никого туда и не вел. Ну, типа, не принимай все на штыки. Я не принимаю на штыки, говорю, сейчас не вел никого. В том-то и дело, не ж понял. Сейчас... Вот тебя послушал и... этот... Не сбегались мы. Потому что тайминги багаются какого-то хрена. Ну это ладно. Все, давай, ребаф. Кушайте рыбу. Начинаем с луны. Готовность на пол. МОБ чего не хватает?
пристабав дайте, пожалуйста. Джан Кусяо. Готовы, Джан Кусяо, эмбой. Все, запускай, Андрей. Да, он вначале побежал. РДшники, приготовьтесь, скоро уже будет. Печеньку убегаем. Перебежали. Хан красного водит, если что, вообще не только хан. Тех касается. Красного водим. К профу. Мы не ведем в ту часть зала. Там, где скинуты колбы. По зеленому сыграли. Блять, сейчас у нас колбы полетят. Разбегитесь немножко. Сейчас сбегитесь к черепу. Нормально. Все, сбежались к ромбику. К черепу. Дальше вернулись в печеньку, играем по профу. Кусяо Иннер по гудхелпу. Маша по себе. РДшники перебежали в Уну и играем по красному. Что-то я ничего не чувствую. Что? Милики, как только выбралась цель, тоже сразу по красному. Мейсон побежал. Перебежали в печеньку обратно. Маша, дай БР по F5. Вставай сразу. Ребафните его. Играем по профу, стоим в печеньке. Сейчас полетят пельмени. Перебежали Луна. О, в Луне кто-то стоял. Не бегите в Луну, там кто-то стоял, бля. И в печеньку летят пельмени. Аккуратно отбегите. Вернитесь обратно в печеньку. Сейчас будет Луна. Свободно туда вернемся. Сыграли по зеленому. Скоро будут лететь пельмени. Сразу не сбегайтесь. Нормально, можете сбегаться. В печеньку. В Уну давайте, в Уну. Поиск, да? Лечь, поиск. В Уну встаньте. Да, да. В Уну встаньте. По красному играем. Сейчас, когда появится. Скоро будут пельмени. Вернулись в печеньку. Перебежали обратно в Уну, играем по красному. Летит в Уну колба. Между Луной и печенькой отбежали немножко правее к квадрату. Скоро будут пельмени. Поэтому все РДшники в Уну. Играем по профу. Пельмени побежали в печеньку. Сейчас стоим в печеньке до зеленого. Милики не убегают за профом. Сейчас зеленый появится. Хорошо. Сейчас будет пельмени. Не сбегайтесь, пельмени будут. Добиваем и сразу отбегаем, туда летят пельмени. В Луну подбежали. Скоро будут пельмени. По красному сыграли. Отбежали в печеньку. Вот так водите красного. Возле профа. Стойте в Уне.
скоро будут пельмени, сразу переготовьтесь перебегать в печеньку. Перебежали в печеньку быстрее. И сразу будет скоро выбор цели. Лужа слизи полетела. Отбежали немножко правее. Луну. Продаем этого человека, отбежали от него. Хорошо. Пущала Инер по стреле отдашь. Можете в ромбик сбежаться. Блять. Добейте, добейте. Вуну подбежали. Вуну летят пельмени, смотрите аккуратно в печеньку. Стрелемет. Пущала, дай бэд. По стреле. Так, сейчас стопнули по профу. Никто профа не бьет. Инер по стреле залили. По-красному играем и приводим. Вот переведут плюс сразу. Скибиди. Бегай. Профа не переведите. Перевели. Давайте Дардота или убили, убили. Умрет. Ману да. По паладину залейте, хори по. Я еще раз. СС-ы залили. И играем по красному. Геру сразу же отдали. Подписчики с ними собрали. Все. РДДшники все подбежали в квадратик. На себя сейчас квадратик поставлю. Все, в квадратике стоим. Барменталь первый закинешь, диван. По барменталю СС. Убежали левее все. Блять, вы в ту сторону повели. Да, да, да. На себя квадрат поставил, бегайте за квадратом. Будем вправо сдвигаться, если что. Не вправо поведу. Перебежали. Правее. Сколько стаков? Андрей. Еще перебежали правее. Че вы боссы? Румейт, румейт, дайте диван. Диван дайте румейту. Брюнталь, закинь. Брюнталь, закинь диван. Снимай, Паш. И вставай сразу. Не стойте только на пути у миликов. Чуть-чуть левее отойдите. Чтоб лужи им не закидывал. Перебежали немножко левее. И назад можно. Аут. Хорошо, отводи. Сдавай вакать и давайте Геру еще одну. Вон к сове сбегите все. Поиску надо? Можешь закинуть. Еще не умрите, пельмени летят аккуратно. Осколок упал. Саш, есть возможность заменить меня? У меня пинг пиздец, я сейчас просто рывками двигался, резьбой. Есть, Фокси, заходи, Паша, иди на замену. Пока давай там. У меня просто 2000 пинга сейчас, я еле, ну, думал рейд байп. Хорошо.